Я приветствую всех на канале «Вкусно и кошерно» и хочу поблагодарить своих зрителей, подписчиков за то, что поддерживаете меня, смотрите мой канал и готовите вместе со мной. Спасибо вам большое! И сегодня мы приготовим куриные крылышки. Итак, начнем. Для этого рецепта нам понадобятся куриные крылышки. У меня здесь 1,5 килограмма, я уже частично их порезала. Это куриная приправа, разрыхлитель и мука. Крылышки надо порезать на 3 части. 2 широкие части отправляем сюда, а маленькую оставляем на бульон. Теперь куриные крылышки надо тщательно вытереть бумажным полотенцем. Они должны быть сухие, чтобы они потом, когда приготовятся, они должны быть хрустящими. Перекладываем назад. Теперь смешиваем в тарелочке. Тут у меня уже 1 ложка муки. 1 чайная ложка куриной приправы. Она уже соленая, поэтому солить не надо. И 1 чайная ложка разрыхлителя. Все это хорошо смешать между собой и положить в посудину с курочкой. И тщательно руками перемешать, чтобы каждая крылышко была обволочена смесью вот этой из муки и приправы. Теперь круглый противень надо обвернуть фольгой, и наверх я кладу вот такую вот решеточку. На решеточку выкладываю крылышки. Крылышки надо класть чуть-чуть на расстоянии друг от друга, чтобы их потом было удобно переворачивать. Значит, в общей сложности крылышки должны готовиться 70 минут, но через 30 минут надо их перевернуть. И кладем в заранее разогретую духовку на 220 градусов Цельсия. Полчаса прошло, будем переворачивать наши крылышки. И ставим назад в духовку на 40 минут. Когда крылышки готовы, в посуду надо добавить соуса. У меня здесь соус чили, он остросладкий. Чуть-чуть на дно. Теперь перекладываем крылышки. Сверху поливаем еще чуть-чуть соуса. Накрываем тарелкой и вот так вот потрясти их между собой. Вот такие крылышки баффало. Лучше всего я люблю подавать их с овощами, нарезанными овощами. Приятного аппетита! Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И увидимся!